Знаешь почему? Я богат и молодой. Знаешь почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я делаю, что хочу. 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 Полетел, как только купил дом. Продал все битки и купил дом. Сок узнал и заплатил криптой. Аль в ТГ-канале, что с ней было потом. Все мои родные богатые и здоровые. Нам не тишка за сотку и платиная как город. Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова. Он просит передать вам, что стену он не вернет уже. Кадиллак, Макларен, Мерседес, купе и Порше. Я бы купил больше, но некуда ставить боли. У меня нет цели, тут все гораздо проще. Я двигаюсь пиздато, чтоб были крутые строчки. Посмотри, мои цепи и часы. Автопарте 0 амбаксов, все в России заперти. Ну и похуй, все равно я собирался трахать мир. Бля, не буду больше жаловаться на скучную жизнь. Я качусь по миру, со мной два чемодана. В одном моя студика, в другом цветная бумага. Говорят, мой рэп неправда, но это все неправда. Ведь я пел когда-нибудь уйду и съебался. Артист года второй год подряд, это уже не весело. С федералами проблемы прямо как у рэперов. Я с любовью шлю домой на родину открытки. За шанс начать все заново, Россиюшке спасибо. Два ляма бакс, но я не про альбом, а про то, что в мире стало больше одним пацаном. Он будет бегать и гулять, не от этого заебись. Илюха, как русский рэп, я подарил ему жизнь. Знаешь почему? Я богат и молодой. Знаешь почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я делаю, что хочу. 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 Просто я делаю, что хочу.